Российскому летчику Константину Ярошенко, который отбывает 20-летний срок в американской тюрьме, сделали операцию, после которой его состояние резко ухудшилось. У мужчины болевой шок. Он уже 2 дня не может ходить. Как пояснил адвокат, хирургическая операция была необходима. Ее долго добивались, но она была проведена без должной подготовки. Ярошенко сначала держали в карцере, потом, без предупреждения, отвезли в частную клинику и практически сразу, как закончилась операция, отправили обратно в тюрьму. Там россиянину стало плохо. Все, что смогли сделать надзиратели, позвонили другим заключенным отнести больного в медсанчасть, где дали всего 1 таблетку обезболивающего. Прописанных в больнице лекарств не оказалось. Адвокат уже обратился в наше посольство в США. Константин Ярошенко был арестован в Либерии весной 2010-го. Затем его депортировали в США, где, несмотря на все протесты российской стороны, осудили по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии наркотиков.